Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Злата. Мне 4 года. Родилась осенью 2012 года. Как идея поводить универсиаду. И мы растем вместе. С 3 месяцев я занимаюсь плаванием. И вот уже 2 года художественной гимнастикой. А еще я начинающий лыжник. Но уже скоро я буду настоящим профессионалом. Вот увидите, как и все участники универсиады. Я не только люблю спорт, но и учусь. I'm studying English language because I want to talk beefs sportsmen from another countries. Я там вен, студия испаньоль. Но пока что это все, что я знаю на испанском. Ничего страшного, ведь у меня впереди целых 3 года. Так, универсиада – это соревнование для тех, кто любит спорт и учиться. Я люблю заниматься спортом. Я люблю знать что-то новое. Совпадение? Не думаю. Но мне нельзя выступать на универсиаде, потому что мне будет 7 лет. Как же мне быть? Привет, Злата. Кто это? Это я, Николай Алюнин, посол зимней универсиады 2019. О, привет, Николай. Злата, у меня есть для тебя отличное предложение. Сейчас я тебе все объясню. Ты можешь стать настоящим послом универсиады. Это очень важная работа. Тебе нужно будет заниматься популяризацией в мировом сообществе города Красноярска, Красноярского края, всей России, продвижением идей развития студенческого спорта и здорового образа жизни среди людей разных стран, поколений и интересов. Ты справишься? Да! А ты поняла все слова, которые я говорил? Почти! Но я готова! Я хочу стать послом универсиады, потому что на своем канале я смогу рассказывать про универсиаду! Всем-всем! Всем-всем-всем-всем! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь! Всем! Я, кстати, читать умею! И на моем канале много подписчиков. Вот столько. А через 3 года будет вот столько! Хотите, мостик покажу? А еще у меня очень много символа универсиады, лайков. Злата, ведь символ не лайки, а лайка. Это первая универсиада в России и первая в Красноярске. И я хочу стать первым ребенком-послом. Спортсменам из России на универсиаде 2019 нужно только золото. Универсиаде Злата. Друзья, не забудьте поставить лайк. Это мне очень поможет стать послом. Слова поддержки пишите с тегом Злата Постол. Лучшие слова поддержки получат призы. Всем пока!